Рада приветствовать вас на своем канале. В сегодняшнем видео мы с вами свяжем вот такой замечательный снуд из данного набора крупной вязкой. На весь набор я использовала спицы номер 9 круговые для того, чтобы связать и шапочку, и снуд. Вы же можете заменить круговые спицы на прямые. Все равно будем вязать поворотными рядами. И ширина данного снуда у меня 23 сантиметра. Можете сделать пошире, можете сделать поуже. Длина снуда в 2 оборота головы. Также на данный снуд у меня ушло всего ровно 2 моточка. Для вязания нам понадобится пряжа. Я буду вязать пряжа испанского производителя фирмы Валенсия. Серия называется «Манго». Здесь 150 граммов, 105 метров. Более подробно о данной пряже есть отдельное видео. Ссылочку смотрите ниже в описании под этим видео. Спицы у меня номер 9. Если вяжете туго, можете взять десяточку на тросики, длины которой вам удобно. У меня это 60 сантиметров. Также нам понадобятся ножнички, сантиметр, иголочка и крючок. Это нам понадобится для сшивания изделия. Также я буду использовать около метра ниточки контрастного цвета, приблизительно той толщины, которой у меня основная нить. У меня, к сожалению, нет прям подобной толщины, но я буду использовать вот из остаточков тоже такую вот достаточно толстенькую пряжу. Теперь начинаем набирать цепочку из воздушных петелек. Это нам нужно для того, чтобы остались петли наборочного края основного полотна открытые. Для этого берем, делаем начальную воздушную петельку, набираем мы максимально свободно и затем отсчитываем 24 петли. Такова ширина моего снуда. То есть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Можете набрать одну лишнюю петлю для того, чтобы наверняка не ошибиться. И вот как раз у меня закончился хвостик и получилась вот такая косичка. Теперь что мы делаем? Мы берем нашу основную рабочую ниточку. Вот она у меня. И берем рабочую спицу. Можете уже убрать крючок, он нам в принципе не нужен. Теперь берем от краешка, отступаем где-то сантиметров 5, для того, чтобы вам спрятать была возможность этот хвостик. И поворачиваем вот эту наборочную косичку задней стеночкой. И у нас получаются вот такие вот рубчики по боковой стороне. Вот из этих рубчиков, вот как раз таки вы вытаскивали рабочую ниточку в последнюю петлю. Вот она у нас. Вот начиная с этой петельки мы набираем петли рабочей нитью. Если вам неудобно делать это спицей, можете взять крючок, а затем переодевать с крючка на спицу. Вот набрали первую петлю. Далее из второй боковой петли набираем вторую петлю. Из третьей третью. Четвертую из следующей. Обязательно из вот этой боковой именно стеночки. Не за нижнюю, а за центральную с задней стороны. Когда наберете некоторое количество петелек, поверните вот этой нижней боковой стороной наборочной косички, и у вас должна получиться здесь косичка контрастного цвета ниточки, которой вы набирали воздушные петельки. Если у вас получается такая косичка, то значит вы делаете набор петелек правильно. И набираем нужное количество по ширине. У меня уже набрано 21 петелька, я набираю еще 3. 22, 23 и последняя 24 петля. Петли, если сползают, вы аккуратненько их подтягиваете, чтобы у вас ничего не распустилось. Так как я достаточно туго делаю наборочную вот эту крайнюю здесь вот петельку, то может немножечко соскальзывать. Все, у меня осталась здесь буквально наборочная, вот она начальная петля, и я провязала лишнюю петлю, как вы помните. Вот так вот должно и остаться. Все, можете просчитать количество петель, нужное вам для ширины. У меня это 24, мы их набрали, вот эту косичку мы оставляем. Можете подтянуть хорошо, чтобы не распускалась по ходу вязания. Затем берем нашу рабочую спицу и начинаем вязать первый ряд. Первый ряд, как и все последующие ряды, я буду вязать абсолютно одинаково. В первом ряду я первую кромочную петлю, начальную ряда петлю, провяжу лицевой петелькой. Во всех последующих рядах я буду снимать ее не провязанной. Вот так.
первая лицевая, далее все последующие петли лицевые. Что касаемо кромочной в конце ряда, хотите, можете всегда ее вязать лицевой, хотите, всегда можете провязывать изнаночной. То есть это уже вы смотрите, как у вас, скажем так, по желанию. Допустим, все петли вот мы вяжем лицевые, так как это платочная вязка, то, соответственно, в конце ряда можете провязывать последнюю петлю также лицевой. Это для удобства, для того, чтобы не запутаться. Хотите, можете всегда изнаночной. Я уже достаточно давно привыкла, вяжу последнюю кромочную петлю изнаночной. Мне это очень удобно. Все, провязали все петельки до конца ряда, провязали первый ряд. Второй ряд разворачиваем. Первую кромочную снимаем и далее все последующие петли также вяжем лицевые. Вот так, самые обычные петельки из-под низу подхватываем, захватываем рабочую нить и вытаскиваем. Все, вот таким вот образом я вяжу полностью все ряды. Сейчас вязание кажется немножечко суженным и недостаточная ширина, но если вы знаете свою плотность вязания, исходя из моей плотности вязания по видео, то, соответственно, наберите нужную ширину общего количества петель с помощью вот этих воздушных петель, косички из воздушных петель цепочки. Далее кромочную петлю можете провязывать постоянно лицевой, можете провязывать постоянно изнаночной. Здесь уже вы смотрите на свое усмотрение. Вот она и получилась у нас ширина снуда. Вот, я предупреждала, что он не будет слишком широкий, но при этом у меня еще ширина сейчас добавится. Почему? Потому что наборочная косичка у меня сделана ниточкой потоньше размером, как бы по ширине, чем основная пряжа нашего полотна. То есть вот сейчас как раз таки вы увидите, провязав где-то 3-4 ряда, у меня немножечко расширится вязание. Вот, и мне этой ширины, я знаю, что вполне достаточно для изделия. Вот последняя кромочная, изнаночная. Снова разворачиваем, снова кромочную первую снимаем, все петли лицевые. И вот сейчас я провяжу этот ряд, и вы увидите, что у меня вязание немножечко расширилось. Я эту ширину оставляю. Если вам мало, то, соответственно, повторите все заново. То есть набираем цепочку на дополнительную ниточку контрастную нужное количество петель. Хотите, можете с запасиком на пару петель больше. Я так всегда делаю для того, чтобы потом по ходу мне, скажем, ну, не нужно было закреплять ниточку. То есть эти воздушные петли просто как бы свисают вот здесь. То есть вот они у нас. Они нам не мешают по ходу вязания. То есть вот он наш наборочный край. И вязание, как вы видите, немножечко расширилось. Вот это и есть ширина моего снуда. Вот она. И дальше я продолжаю вязать полотно, просто полотно, такой вот шарфик, длиною в две окружности головы. Обычно это такой, скажем так, стандартный мой замер, который я привыкла делать. То есть многие, допустим, знают стандарты, это длина снуда 1,20 м, есть 1,40 м. Вот. Я всегда беру просто окружность головы, кому вяжу, умножаю на 2 и получаю вот эту длину снуда в 2 оборота. Если у вас снуд просто в 1 оборот, то, соответственно, окружность головы плюс где-то 2-3 сантиметра для того, чтобы не было слишком узко. При том, что сейчас очень модно одевать снуды за капюшон, поэтому вот как раз таки этого запасика 2-3 сантиметра должно хватить для того, чтобы одеть снуд на шею. И все, вот так вот продолжаем вязать просто платочной вязкой. Связали нужную длину снуда, у меня получилось, что я связала ровно 2 моточка и остался такой, скажем, хвостик небольшой длиной в 3 ширины нашего снуда. То есть берем нашу ширину снуда, умножаем на 3, вот такой хвостик нам нужно оставить. Хотите, можете довязать до конца второго мотка, вот, и оставить этот хвостик. Хотите, можете закончить немножечко раньше, то есть в зависимости от того, насколько, скажем, широкая у вас окружность головы. И теперь нам нужно остановиться в том ряду, что если вы повернете вот эту наборочную косичку воздушных петель, у вас вот он идет изнаночный ряд. Вот таким изнаночным рядом нам нужно закончить, сложив как бы круг. Вот, вот он у нас изнаночный ряд. Это должны быть 2 изнаночных ряда на поверхности. И сейчас мы берем, подхватываем нашу вот эту вот
начальную петельку, из которой мы вытаскивали ниточку. И если вы сейчас вот так вот начнете тянуть за нее, распускаются петельки вспомогательной нити и открываются петли вот здесь вот открытые с другой стороны. То есть открываются петли нашего наборочного края. И точно так же я, распустив до самого-самого конца, одену на спицу второй край. То есть чтобы у нас два открытых края были с одной и с другой стороны снуда. Вот так. То есть я раскрыла все петельки и теперь подтягиваю каждую петлю на спицу. Причем спицы у нас должны быть в одну сторону повернутые острыми краями. То есть у меня здесь вот острый край, значит я точно так же вниз опускаю острый край и второй спицы. После того, как одели петельки на спицы, посмотрите, у нас с одной стороны получается натянута леска. Если у вас ровная спица, то с этой стороны у вас должны находиться просто окончание спиц. А с другой стороны два края, скажем, острых спиц и два хвостика наборочного края начального вязания и рабочая нить от мотка. Далее, опять же таки, отрезаем ниточку и вдеваем ниточку в иголочку. Нить, повторяюсь, длиною в 3 ширины снуда. Вот. И теперь поворачиваем острыми краями, удобным для вас способом. Я сейчас вот так вот поворачиваю, чтобы у меня вправо смотрели обе спицы, и начинаю фиксировать вот эту рабочую ниточку. Как бы сшиваю, получается, два края открытых петелек. Сшиваю я самым обычным трикотажным швом. То есть для начала я фиксирую ниточку, продеваю снизу вверх просто за первую нить и продеваю полностью всю здесь вот ниточку. Затем снова сюда же возвращаю и еще раз точно так же продеваю. То есть как бы фиксирую нашу ниточку. Это только лишь с краю я так делаю. Самое главное, чтобы у вас ниточка не запутывалась. У меня достаточно низко расположена камера, но я постараюсь вам максимально понятнее показать. То есть смотрите, мы два раза пропустили сквозь крайние петельки, а затем возвращаемся вниз. Сверху вниз продеваем сквозь кромочную петлю, снизу вверх сквозь следующую петлю продеваем снова ниточку и спускаем нити вот так вот петельки с работы. Продеваем сквозь рабочую нить вот эти две петли, затем возвращаемся наверх. Сквозь прошитую кромочную продеваем иголочку и сквозь следующую петлю непрошитую продеваем. Снова две ниточки совмещаем рабочей нитью, то есть две петли. Затем у нас, смотрите, снизу вот она прошитая петля, сверху вниз мы сквозь нее продеваем. И сквозь непрошитую снизу вверх продеваем следующую петлю на спицы. Спускаем их и пропускаем сквозь них рабочую ниточку. Пока я буду подтягивать вот этот хвостик, потом я его зафиксирую. Теперь сверху, вот она у нас прошитая петля, сверху вниз пропускаем иглу. И снизу вверх непрошитую следующую петлю. Спускаем ее со спицы и пропускаем сквозь нее две вот эти вот, сквозь петельки две получается рабочую нить. Снова снизу у нас прошитая петля сверху вниз и снизу вверх непрошитая петля. Пропускаем сквозь них рабочую ниточку. Нить достаточно длинная, поэтому пропускаем. Сильно не спешите затягивать. Далее снова сверху вниз прошитую петлю сверху и снизу вверх вытаскиваем непрошитую. Снимаем со спицы петлю и пропускаем сквозь них рабочую нить. Затем снова сверху вниз прошитую петлю снизу и вытаскиваем непрошитую снизу вверх. То есть я поочередно прошитую, непрошитую, то снизу, то сверху одеваю. И у нас получается вот так сшивается самый обычный трикотажный шовчик. Этот шов мне больше нравится, чем просто если сшивать наше вязание закрытыми петлями. Получается грубый шовчик, здесь он более аккуратный и чем-то напоминает даже наше вязание платочной вязки узор. Он немножечко шире, но при этом не сильно кидается в глаза, если у вас он будет на шее свернутый в два раза. И все, прошитая, не прошитая, то сверху, то снизу. Я вот таким вот образом прошиваю. Затем в конце я просто-напросто зафиксирую. Обратите внимание,
что количество петель у нас, что сверху у наборочного края распущенного сейчас, что снизу, должно быть абсолютно одинаково. Поэтому у вас одновременно закончатся петельки сверху и снизу, когда вы будете прошивать попарно. То есть прошив сверху последнюю пару, прошиваете снизу последнюю пару, либо наоборот. И все, и количество петель у вас должно закончиться, опять же таки, одновременно. Все, теперь вот так вот дальше прошиваем. Здесь вот эту ниточку я вам предлагаю зафиксировать, опять же таки, чтобы сделать как бы непрерывную вот эту кромочную косичку. Здесь аккуратненько пропускаете сквозь одну сторону косички, сквозь вторую, и затем уже фиксируете с изнаночной стороны. Здесь у нас красивый ровный край, и как вы видите, шовчик по сравнению с платочной вязкой он немножечко шире, но при этом достаточно аккуратно смотрится как с лицевой стороны, так и с изнаночной стороны. Вот оно на нас как выглядит с изнаночной стороны. Практически, я бы сказала, как непрерывная платочная вязка. Вот, и снова вот мы закончили снизу. Теперь сверху. Сверху вниз, снизу вверх вытаскиваем. Снимаем петлю следующую со спицы и вот так сквозь нее прошиваем. Сверху вниз, снизу вверх и прошиваем. Вот так я буду делать до самого-самого конца. И вот когда у вас закончились петельки, у вас осталось только здесь зафиксировать краешек. Я всегда краешек этот натягиваю, то есть здесь вот он, посмотрите, здесь получается слишком растянутый. Если мы в эту сторону его закроем, то получится некрасиво, поэтому я предлагаю пропустить сквозь вот эту сторону где-нибудь здесь с этой стороны. Вот так вот я вытаскиваю на сторону боковую. Вот так. И посмотрите, у нас получается замкнутый достаточно красивый край. Здесь нам остается вот так вот вернуть где-то за петельки. То есть вы смотрите просто по ходу того, как ложатся петельки. Вот, краешек пускаете то в одну, то во вторую сторону. И все. Здесь можете снова еще раз пропустить для того, чтобы как бы замкнуть. Вот наше вязание. Ниточка достаточно толстая, поэтому в глаза кидается, если что-то здесь, ну скажем, некрасиво, поэтому я предлагаю вам максимально здесь постараться и спрятать все красиво и аккуратно. То есть вот, замкнули, здесь получилось, в принципе, достаточно нормально, здесь вот немножечко прирастянула я вторую сторону косички, вот, ее можно спрятать. Вот и все, здесь фиксируем ниточку и прячем хвостик. Точно так же и с другой стороны пускаем, скажем, косичку через предыдущую косичку, и все, и замыкаем и прячем хвостики. Получился вот такой аккуратный шовчик. Как вы видите, его практически не видно, то есть вот он шов у нас, вот идут полосочки. Когда в растянутом виде, в принципе, его не так и видно. С внутренней стороны вот у нас получилось чуть-чуть шире полоска, чем обычные вот эти платочные вязки, наши изнаночные ряды, но в целом получается все достаточно аккуратно и эстетично. Осталось только нам провести тепловую обработку и носить с удовольствием. Я надеюсь, что у вас все получилось и понравилось. Не забудьте лайкнуть. Спасибо, что оставались на моем канале. Всем хорошего настроения. Не забывайте нажать на колокольчик под видео, чтобы получать новые оповещения о моих видео на канале. Пока-пока!